входит боевая техника. Колонну возглавляет подполковник Маршалковский. В составе колонны 17 единиц техники, как времен Великой Отечественной войны, так и современной. Проходит колонна современных БТР-82А, БТР-80 и БТР-70, ставших надежной опорой мотострелков в любых условиях боя. Боевые машины являются простым, дешевым и быстрым средством доставки десанта, способны нанести огонь при необходимости. Великой Отечественной войны как настоящий подвиг. Проходит советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100 периода Второй мировой войны класса истребителя танков. Самоходная установка названа в честь героя-танкиста Семена Коновалова. В одном из боев командует танком КВ-1, уничтожившего 16 танков и САУ противника. Мимо трибун проходят легендарные «Катюши», наводившие ужас на гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны. 37-миллиметровая автоматическая зенитная пушка АЗП-39 использовалась для борьбы со штурмовиками, истребителями-бомбардировщиками и как противотанковое орудие. Мотоциклы МВ-650 передавались танковым подразделениям, служили для перемещения и выполнения диверсионно-разведывательных задач. Ремонтно-эвакуационная машина РМКЛ, предназначенная для ремонта и эвакуации колесных машин УАЗ, КАМАЗ, МАЗ. Мимо трибун проходит техника, представленная ретро-клубом «Высокая гора». Автомобили ГАЗ-67 с 45-миллиметровыми орудиями, ГАЗ-ААА-полуторка и бронеавтомобиль.